Історія Яни Зінкевич нагадала нам і про буремний схід, і про те, що Україна фактично перебуває у стані війни. А це значить, що навички першої медичної допомоги можуть стати у нагоді будь-кому – від старого до малого. Тож потрібно багато обізнаних викладачів-тренерів. Волонтери благодійного фонду МАК, штабу надзахисту Дніпропетровської області та медики полку «Дніпро-1» мають потрібні знання і навички і передають їх усім бажаючим, передусім дітям і підліткам. Про деталі програми та строки її виконання сьогодні поговоримо із гостею. Це керівник благодійного фонду МАК Наталя Макуха. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, дійсно, дуже потрібна річ. С учетом того, что происходит у нас на территории Буремного Схиду, да, а мы приграничный регион. Действительно очень важно, ну, это было важно всегда, не только сейчас, когда то, что у нас происходит на Востоке, вот, но это как-то отходило всегда на задний план, то есть что-то мы знали, что-то мы делали, вот, но это были такие знания очень обрывистые, то есть Красный Крест знали, что он существует, но чем он занимается, тоже никто не знал. Вот, а вот уже с 2014 года ситуация нас всех заставила посмотреть на проблему гораздо серьезнее. Вот, изначально у нас были тренинги для взрослых людей, к нам действительно стали обращаться сначала люди, то есть на фоне тех проблем, которые были, помните, проводились проверки бомбоубежищ, проводились всевозможные, на всякий случай, да, вот. И люди начали к нам обращаться и спрашивать, вот вы проводите занятия по тактической медицине, а мы тоже хотим научиться, мы тоже хотим знать, как остановить кровотечение, как помочь своему близкому, там, другу, ребенку, там, и так далее. И начали мы проводить занятия с взрослыми. Вот, то есть это были занятия такие у нас в центре нашем, вот, всегда переполненные, всегда очень много желающих. Занятия, люди приходили после работы, и зачастую занятия заканчивали в 10 часов вечера. Вот, то есть это была взрослая аудитория. А тем временем, как бы вот вопрос, связанный с подростками непосредственно, да, там 16, 17, 18-летние ребята, ну, как бы которые вроде бы как уже и достаточно активны, потому что они самостоятельные, они тоже далеко не всегда и вообще чаще всего не связаны с родителями, вот, и тоже с ними может случиться все что угодно, и мы решили подготовить такой курс для подростков, используя те методики, которые отчасти связаны с военными, но на самом деле для детей подготовлен специальный курс, то есть с учетом того, что это все-таки дети, с одной стороны, что это гражданские, да, то есть для них подготовлен курс с учетом каких-то игровых элементов, то есть детям же скучно, да, то есть в любом случае занятие проходит 3 часа, вот, в настоящее время мы проводим занятия на базе 3-го учебно-производственного комбината, который относится к Красногвардейскому району, вот, и ребятам нравится. На самом деле, в общем, довольно интересное занятие. Мы назвали наши курсы медичной допомоги в частну, тобто в частну прийти на допомогу. Вот чему они могут научиться вот за эти 3 часа? То есть очень важные базовые элементы. Да, базовые элементы, как остановить кровотечение, то есть основные навыки, что в любом случае это прежде всего, что такое жгут, да, что такое, как остановить кровотечение, что нужно пережать артерию или вену для того, чтобы остановить кровь, потому что основная проблема всегда это кровотечение. Они могут научиться основным навыкам наложения повязок, будь то на конечности, будь то на голову там, или еще каким-то образом. И они, в принципе, им даются основные навыки того, что это может реально случиться. То есть, когда детям рассказывают вот вообще что-то такое, что может быть, вот вы имеете в виду, что если что-то случится, то нужно делать там искусственное дыхание или что. А здесь вот реально, типа, где приходят люди, которые реальные военные медики, у нас входит в состав нашей группы волонтерской, входят другие люди, которые прошли специальные курсы, и ребята, в общем-то, осознают, что это не так далеко или фантастично, что это может случиться. Мы не говорим сегодня о военных действиях, да, которые могут случиться, слава богу, как бы вот эта проблема немножко отошла на второй план, но все равно проблемы
дорожных каких-то аварий, каких-то, я не знаю, стихийных бедствий, все равно они у нас остаются актуальными. Это даже занятия спортом, скажем так. Занятия спортом, да, помогут тоже не растеряться. Самое главное в этой ситуации не растеряться. То есть ребенок должен просто не впасть в ступор и понимать, что он должен сделать, что он должен позвонить в скорую помощь. Сегодня, правда, уже все по любому поводу у нас звонят в полицию, поэтому уже как бы проще, там ребята реагируют быстро. Вот. Как у нас построено обучение? Вот у нас есть группы, связанные с старшими школьниками, и мы сейчас думаем над тем, чтобы сделать младшие школьники вместе с родителями. То есть это еще один фактор, который позволит объединить как бы в семье, да, то есть мама или папа вместе с ребенком занимаются одним и тем же, и дети, и родители видят полезность того, чего они учатся. На ваш взгляд, днепропетровская молодежь, подростки, ну вот, скажем так, в процентном содержании, насколько они сами готовы? А подростки готовы к этому больше, чем взрослые. Вот, удивительная социальная активность ребят, она вообще поражает. То есть ребята на сегодняшний день, они гораздо более открыты, они быстро это все впитывают, они потом после занятий подходят и спрашивают электронные адреса, они спрашивают, где мы находимся на Фейсбуке, как с нами связаться, где можно получить дополнительную информацию, уточняют какие-то детали того, чего они не поняли. То есть ребята на самом деле реагируют очень хорошо. Психологическое состояние, наверное, в первую очередь человека, который оказался в экстремальной ситуации, это спокойствие. То есть этому вы учите, первое, и потом да, уже да. определенный... Прежде всего мы говорим о том, что, ребята, в жизни случается все, и вы должны уметь реагировать на все те вызовы, с которыми вы столкнетесь, начиная от каких-то психологических проблем, вот, и заканчивая неотложной медицинской помощью до того момента, когда к вам придет скорая помощь. Да, вот именно это. Ну и какой-то практический совет для тех, кто нас сегодня смотрит, разная категория и возрастная нас смотрит, если кто-то хочет узнать, как помочь ближнему, не дай бог, конечно, такое произойдет, достаточно, но тем не просто. Менее. То есть мы называемся благотворительный фонд МАК. То есть в Фейсбуке набираете МАК и заходите либо на страницу фонда, оттуда же попадаете на страницу медицинских курсов в частно. Значит, набираете либо МАК, либо в частно, вот, и попадаете на нашу страницу. Пожалуйста, записывайтесь либо в те курсы, которые мы проводим, либо приглашайте нас в школы для организации таких курсов непосредственно у вас в школах, на предприятиях. Не вопрос. Любой, мы готовы к сотрудничеству со всеми группами населения. То есть вы готовы прийти, да. приехать, да. в том числе и провести мастер-класс для сотрудников 9 канала? Не вопрос. Прямо в студии. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. І сподіваюся, що певні знання кожен отримає, але... Сподіваємося на краще. На краще. Так. Дякую. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що у гостях 9 каналу був керівник благодійного фонду МАК Наталя Макуха.